Противостояние жителей Соколовской промзоны и предпринимателя, который возит грунт прямо через их двор, продолжается. В споре администрация округа встала на сторону населения, так как бизнесмен продолжает работы в вечернее время и до сих пор не установил мойку колес для своих большегрузов. В четверг подъездную дорогу к участку предпринимателя местной власти перекопали траншеи, чтобы техника не смогла подъезжать к площадке. Тем не менее, рабочие решили самовольно яму закопать. Сотрудники администрации по просьбе жителей прибыли на место. Рабочие обязаны раскопать траншею назад, а также подготовить площадку для мойки колес выезжающего с участка транспорта. Если все условия предпринимателям соблюдены не будут, на въезде к площадке появится не только яма, но и бетонные блоки. А следить за тем, чтобы техника не подъезжала к площадке, будут сотрудники ГИБДД.